Здравствуй, дорогой друг! Сейчас я хочу рассказать тебе о том, как стать счастливым. Счастье. Все стремятся к счастью. Счастье – это цель жизни людей. Исак Пинтосевич, евреу de origine, este un expert în dezvoltarea personalității. Autor al programelor de formare unice, training-urile lui fiind vizitate de mai mult de 64.000 de persoane din 27 de țări. Iar de la el au învățat mai mult de 70 de oameni de afaceri. Pe 2 martie, acesta vine la Chișinău cu un program nou sub denumirea Dublează-ți performanța. În cadrul trainingului veți învăța cum să multiplicați în mod repetat succesul propriilor angajați sau să creșteți afacerea pe care o dețineți. Тренинг личная эффективность удвойся поможет тебе не дублировать себя, а создать условия, при которых твоя эффективность повысится. Ты будешь меньше работать, а эффективность у тебя будет лучше. Таким образом, навыки и инструменты, которые будут во время тренинга предоставляться Исхаком Пинтосевичем, помогут тебе оптимизировать все твои ресурсы. Ты станешь энергичнее, ты будешь понимать лучше свои приоритетные дела, ты поймешь, как правильно распределить тайм-менеджмент, ты начнешь намного эффективнее и лучше делать то, что ты делал ранее. Это позволит тебе стать в 2, в 3, а то и в 4 раза лучше. Поэтому тренинг с Исхаком Пинтосевичем 2 марта как раз и на тему, как сделать себя лучше. Biletele la eveniment pot fi găsite pe site-ul kmb.md, iar prețul lor variază de la 105 la 300 de euro. Anterior, Clubul Oamenilor de Afaceri a mai organizat asemenea evenimente, invitați fiind oratorul Radislav Gandapas și Irina Hakamada.